Привет, вы на канале Девайсы и сегодня на обзоре материнская плата Asus ROG Strix B660 F Gaming Wi-Fi. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. ROG B660F Gaming Wi-Fi обеспечивает высококачественную подачу питания и оптимизированное охлаждение для использования новейших процессоров Intel Core 12 го поколения. Встроенные PCI-Express 5.0 и множество слотов PCI-Express 4.0 M2 обеспечивают молниеносную передачу данных для бесконечного разнообразия сценариев, в то время как DDR5 выходит за все рамки благодаря Asus AEMP. Вдобавок ко всему этому удобные для самостоятельности использования инноваций и арсенал системных утилит помогают упростить процесс сборки ПК и обеспечить бесперебойную работу. Встроенный контроллер Wi-Fi 6 гарантирует скоростное подключение к беспроводным сетям, а эксклюзивные интеллектуальные разработки Asus помогут оптимизировать работу каждого компонента. Все это дополнено красочной подсветкой с гибкой регулировкой визуальных эффектов. 16 плюс 1 моб транзисторов верхнего и нижнего плеча и и драйверы объединены в единый пакет, обеспечивающие мощность и эффективность, которыми в полной мере могут воспользоваться новейшие процессоры Intel. Высококачественные дроссели и долговечные конденсаторы спроектированы так, чтобы выдерживать экстремальные температуры, обеспечивая производительность, превышающую отраслевые стандарты. Гнездо Asus Pro Cool создано в соответствии со строгими спецификациями, чтобы обеспечить плотный контакт с линиями питания блока питания что обеспечивает более низкие импедансы и лучшее рассеивание тепла. Модуль регулятора напряжения DG Plus VRM один из лучших в отрасли, обеспечивающий сверхплавную и чистую подачу питания на ЦП. Многослойная конструкция печатной платы быстро рассеивает тепло вокруг регулятора напряжения, повышая общую стабильность системы и предоставляя процессору больше возможностей для разгона. Материнские платы RockStreX B660 имеют комплексные варианты охлаждения которые можно настроить с помощью инструмента FunExpert 4 в Armory Crate или в UEFI BIOS. м 2 радиаторы поддерживают установленную на твердотельном накопителе M2 оптимальную рабочую температуру для обеспечения стабильной производительности и надежности. Backplate панель м 2 задняя панель M2 обеспечивает дополнительное охлаждение для борьбы с тепловой нагрузкой высокопроизводительных накопителей м 2 Широкие возможности настройки памяти камень материнских плат ROG. Для DDR5 ROG Strix B660F выходит за пределы производительности, предоставляя комплексный набор параметров разгона не только для высокоскоростных комплектов, но даже для модулей памяти начального уровня с заблокированным управлением питанием. Выделенная схема на материнской плате надежно обходит ограничения памяти DDR5, позволяя вам преодолеть установленный по умолчанию предел в 1,1 вольта и увеличить частоту и тайминги до максимума. Обычно разблокированный PMIC с ограниченным доступом требует, чтобы система полностью выключалась и выключалась каждый раз, когда настраивается напряжение памяти. Материнские платы ROG используют встроенное оборудование и встроенное программное обеспечение, чтобы умело обойти это утомительное ограничение, позволяя применять регулировку напряжения с помощью того же процесса программного сброса системы, который использовался для предыдущих поколений памяти DDR. Благодаря трем слотам м 2 Rox Strix B660F Gaming в полной мере использует пропускную способность процессора и чипсета, обеспечивая поддержку головокружительно быстрых твердотельных накопителей PCI-Express 4.0 и накопителей большой емкости, которые превосходят традиционные накопители на базе SATA. ROG Strix B660F Gaming Wi-Fi завораживает своим ярким матовым черным покрытием, контрастирующим со смелым логотипом Aura и RGB-подсветкой с эффектом лагов. Между тем, параллельные полосы и точечный текст на точно вырезанном металлическом кожухе ввода-вывода, радиаторах M2 и чипсета объединяют всю эстетику и подчеркивают основные принципы ROG Strix – скорости, разнообразия и, и отношения. Материнские платы ROG Strix обеспечивают безупречную производительность и превосходный внешний вид чтобы затмить конкурентов они также оснащены встроенной технологией asus aura которая обеспечивает полное управление rgb подсветкой а также множество предустановок как для встроенных светодиодов rgb так и для световых полос сторонних производителей кроме того всю подсветку можно легко синхронизировать с другим оборудованием asus с поддержкой aura M2 Q-Latch. Инновационная защелка Q-Latch упрощает установку или извлечение твердотельного накопителя M2 без использования специальных инструментов. В конструкции используется простой запирающий механизм для фиксации диска и аккуратного устранения традиционных винтов. Кнопка Clear CMOS. Быстрое нажатие кнопки Clear CMOS помогает сбросить настройки BIOS. -а. Его также можно использовать для перезагрузки ПК, если были выбраны неверные настройки BIOS. -а. BIOS Flashback – это самый простой и безопасный способ обновления биоса. Просто перетащите файл биоса на USB накопитель в формате FAT32, подключите его к порту USB BIOS Flashback и нажмите кнопку. Обновление можно выполнять и даже без установленной памяти или процессора. Знаменитый ROG UEFI BIOS предоставляет все необходимое для настройки, установки и тюнинга вашей установки. Он предлагает разумно упрощенные опции для новичков и более широкие возможности для опытных ветеранов пространственные аудиоэффекты DTS Sound Unbound. Прилагаемое к материнской плате программное обеспечение DTS Sound Unbound создает невероятно завораживающий звук в играх и других развлекательных приложениях, обеспечивая потрясающий эффект присутствия. Используя технологию пространственного звучания Windows Sonic, оно помещает слушателя в самый центр аудиопространства, откуда можно легко определять местоположение источника каждого звука в виртуальном мире, будь то выстрелы, шаги или природные шумы. Sonic Studio 3. Новейшая версия программного обеспечения Sonic Studio умеет воспроизводить виртуальный пространственный звук при использовании VR-шлема. А имеющиеся в нем эквалайзеры, и предустановленные профили с настройками дают возможность гибко изменять параметры звучания по своему вкусу. AIDA 64 Extreme. Материнские платы Rockstrix поставляются с 60-дневной подпиской на приложение AIDA 64 Extreme. Оно предоставляет детальные сведения об установленных аппаратных и программных компонентах, содержит встроенные тесты производительности для всего компьютера и отдельных его узлов, также предлагает функции мониторинга и диагностики неполадок. Информация о напряжении питания, скорости вентиляторов и температуре компонентов, считываемая в режиме реального времени с различных датчиков, может отображаться в самом приложении или на специальном дисплее, например, на встроенном OLED-экране необслуживаемой системы система водяного охлаждения серии ROG. Приложение Armoury Crate. Приложение Armoury Crate представляет собой единый центр управления игровыми продуктами ASOS. В его интуитивно понятном интерфейсе представлены различные настройки, связанные с компьютерной системой. Именно здесь можно синхронизировать визуальные эффекты подсветки аура между различными компонентами технология Aura Sync или отрегулировать скорость вращения вентиляторов утилита FanExpert 4. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока.